Если вы чувствуете, что вам не хватает решимости и уверенности в себе, подойдите к зеркалу и скажите вслух: «Я взрослый, свободный, независимый, самостоятельный человек. Я возвращаю себе право быть хозяином своей жизни. Я и только я в сотворчестве с моим духом управляю своей жизнью. Больше никому и ничему я не позволяю управлять моей жизнью. Я живу своей и только своей жизнью. Никому и ничему я не позволяю сбивать меня с моего пути и навязывать мне чужие решения. Я сам принимаю решения в своей жизни. Я лучше знаю, что для меня хорошо, а что плохо, что мне нужно, а что нет. Я живу, руководствуясь лишь моим стремлением к любви и свету и подсказками моего высшего Я». Повторяйте эти слова каждый раз, когда вам требуется найти свой путь и принять свое собственное решение, не позволяя другим сбивать вас с пути и управлять вами.